службы судебных приставов Ивановской области появилось знамя. Во вторник в музее имени Бурылина состоялась торжественная церемония прибивки полотнища к древку. К такому ответственному делу допускают, конечно, не всех. Первый гвоздь забила Наталья Тяпкина, главный судебный пристав Ивановской области. Вслед за ней – ветераны и лучшие сотрудники ведомства. 10 сентября в Иваново приедет главный судебный пристав страны Артур Парфенчиков, чтобы лично вручить знамя Ивановской службе. Добиться справедливости – главная задача приставов. Особое внимание ведомство уделяет защите прав детей. Прежде всего, обеспечивает выплату алиментов. Вручение знамени Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области повысит эффективность нашей работы, поскольку возлагает определенную нагрузку и ответственность за порученное знамя. Это символ патриотичности, который способствует более ответственному отношению к труду и к своей профессии.